Всем привет! Сегодня я покажу необычные находки моих подписчиков. И не только. Вот так вот с утра, после вспашки поля в Харьковской области, мужики нашли просто на пахоте, не пойми что. Ну сразу было на это похоже. Забрали домой, отмыли, почистили и поняли, это пулемет Максима. В жизни выглядел где-то так. А вы знали, что он использовался почти во всех войнах с конца 19 до начала 21 века? Конечно, всем хотелось подержать такую вещь в руках, потрогать. Оно и понятно, легендарное оружие. Вспомните, какой фильм когда-то про войну обходился без Максима. Да, например, про Чапаева, помните, Петьку, но не про то. Мужики решили отдать находку в музей, хотя сразу была мысль закопать подальше где-то в посадку. Но, как по мне, решение с музеем лучше. Мудрое решение. Вот так вот, на лугу, мой подписчик решил покопать. У старой дороги. По ней теперь коров гоняют. Сигнал был глубокий. Да, копал с прибором XTR-705 с родной катушкой. И выкопал вот такого вот красавца. Это нож. Он полностью из бронзы. Но вот что за период поисковик не знает. Но видно, вещь старая. Или нет, может кто-то таким дома картофель чистит или масло мажет, а? Друзья, если кто-то находил что-то подобное, или есть знающие люди, напишите, интересно же. Да, обратите внимание, какое решение по поводу АКБ на терке, а? Что делать с такой находкой, парень пока не решил. Говорит, оставлю себе, пока не узнаю, что оно да как, а там дальше буду думать. Но как бы там ни было, вещь красивая. Вот почему-то я думаю, что этому ножу не 1000 лет. Ну, будем ждать комментариев умных людей. Посмотрите на размер. Какой размер? Да, это нашли в Англии, в лесу. Лежал почти сверху. Как смотришь на размер, то диву даешься. Как таким мечакой можно было еще и махать в то время? Это делать надо было очень быстро и ловко, а то хрясь и все, укин-квакин. Следующее видео прислал мне человек на почту. Но что, где, как, увы, не сказал. Да что там, я даже вот смотрю и не могу понять, что это за монеты, так как у нас такого нет. Огромный горшок с монетами из серебра. Может кто-то признал, напишите. Я почему-то думаю, что это средние века, ну понятно и ежу, что это серебро. Но вот почему-то мне кажется, что это какая-то заморская находка. Ну это спруст полный, погрежешь. Песту матка. Тик трубал речу. Эй, то нож. А вот, смотрите, какого красавца раскопали совсем недавно в Запорожской области, при плановых археологических раскопках. Да-да, это меч Акинак, скифы, только он весь покрыт золотом, лежал с парнем примерно 20 лет. Захоронение содержало много артефактов и других уникальных предметов, так что будем ждать полный отчет. Да, рядом было захоронение взрослого человека, но оно разграблено еще в те древние времена. И те, кто хотел грабить, грабили без помощи МД. Не надо. Да, друзья, если у вас есть интересная находка, фото и видео к ней, а главное желание поделиться, пишите мне на почту и в ВК. Все нужные ссылочки есть под видео. Договоримся.